В 80-е медельинский картель еженедельно ввозил в США контрабандой 15 тонн кокаина стоимостью более 400 миллионов долларов. Большая часть груза попадала в страну через Южную Флориду. Тампа, Флорида, 1985 год. Основано на реальных событиях. Ты сегодня? Моя любимая официантка. Ой, да ну не с кем так говоришь. Да не, правда. Ну, спасибо. Пожалуйста. Знаешь, до тебя тут один парень приходил и оставил мне целый грамм. Грамм? Грамм. И он сказал мне... Нет, правда. Он сказал, что денег с собой не носит, потому что это уже не модно. Серьезно? Не модно. Ну, я, значит, не модно. Это я сама не модная. Он, короче, сказал, что деньги уже все. И нужна, короче, новая... Ну, блин, там такое слово, такое... Да я знаю, я давно понял. Просто ты такая милая, когда забывчивая. Нам нужна новая валюта. Так? Черт. Да, вот это самый хороший такой парень. Не сомневаюсь. Мне сейчас нельзя. Ну, не сейчас. Может, попозже. Я к тебе подойду. А двадцаточку-то я оставлю. Оставь, куколка, она твоя. А я полюбуюсь, как ты попкой вихляешь. Вихляю попкой. Так, не пялься на мою девочку. Слушай, приколись, я тут 240 набрал в понедельник. Боулинг. Да срал я на него. Ага. Слушай, мои люди еще потянут. А моим это как раз на руку. Как тебе 10 кило? Нормал, не надорвемся. Супер. Слушай, пошли-ка отсюда. Да. Тут что-то паленым воняет. Господи. Мать твою. Чего? Что такое? Не-не-не, нормально. Нормально. Что с тобой? Да что-то с желудком. В туалет надо что-то такое. Нормально. Манджиона, ты обалдел мне 40 тысяч отмушками пихать. Я тебе что, краса? Не парься, все там нормально. Слушай, ну точно что-то горит? Что за фигня? Черт. Ну-ка, давай. У меня аппендикс лопнул, не знаю еще. Давай-ка тебя на воздух. Давай, быстрее. Сема, Сема! Лежать и двигаться! Ах ты, сука! А ну, руки убрать, быстрее! Не двигаться, я сказал! Да, пошел! Эй, Боб, все в порядке! Наши тебя вытащат! Давай! Закрывай, закрывай! Ну что, ты цел? Иди сюда. Твою мать. Все, поехали, поехали! Афера под прикрытием.
Просто не спится. Не спится? Нет. Как все прошло? Отлично. Ерунда. Ну что? Боб Маджоне умер? Еще как умер. Сгорел. Ну что, как мои внучатые племянники? В порядке? Сама посмотри. Конечно, в порядке. Да, да. Ну и чудесно. Сам знаешь, сколько всего им надо. И не говори. Ну что, Бобби, рассказывай. О чем? Сколько ты получаешь? Давай, давай. Тетя Вики, сколько можно? Да, я просто госслужащий. И что, то есть это значит, ты не в доле? Нет, я не в доле. А что, хоть 10-20%? Да нет, ни гроша. А еще говорят, мы преступники. И что тебе в счетоводах не сиделось? Вел бы у нас всю черную бухгалтерию. Давно бы жил по-человечески. Всем нужен домик у океана. У меня вот их 6. Ну да, мы просто из разных миров. Боюсь, что нет. Мой тебе совет, Бобби. Да, давай. Когда умер твой дядя Эл, я имела все шансы бомжихой стать в драном пальто. Но нет. Я сама всего добилась. Я ради него собралась. Даже когда мне кусок хлеба было не на что купить, никто и представить не мог. Мне поссать было не во что. Но у меня был Кадиллак, 20 костюмов Шанель, бриллиантов по горло и билеты на все премьеры. И никто мне подачки не кинул. Никто. Никогда. Тетя Вики, что ты от меня хочешь? Бобби, Бобби, Бобби. Прошу, родной, не будь Бобби жалким. Будь уважаемым, Бобби. Собрались. У нас все плохо, меняемся напарниками. Питерс, будешь Санчесом. Мейзер, ты собрал. А чего скуки? Все рапорты так и сдавай Стиву. Но он больше не в поле. Свет погаси. Свет! У нас все настолько плохо, что моргу пришлось одолжить грузовые холодильники у Бургер Кинга. Они уже трупы с улиц собирать устали. Счет 100-0 в пользу картеля. Нам надо больше контактов, больше информаторов. Работайте. Так, за работу, все на выход. Ты меня понял, я сяду на этого Джеффа раком поставлю нахер. Я тебе детьми клянусь. Кинь Джеффу весточку, что мне с ним стрелку забить надо в бассейне. И я туда с голой жопой пойду, чтобы он за ствол не парился. Потому что я ему болт зубами оторву и его жене в рот выплюну нахер. Достаточно. Достаточно. Залоги отказано. Уведите его. Гандон ты, дружище. Слышь меня? Порядку. Уведите его! Да руки свои убрал, урод я сам! Усермаюсь. Весело у них, наверное, дома по праздникам. Еще раз позволит себе такие... Между прочим, из-за твоей травмы тебе полагается пенсия с полным соцпакетом. Но терять бы тебя не хотелось. Стоит вашим детям выйти за дверь, им никто не поможет. Так. Полковник Мастерт идет в библиотеку. Хочешь косячок? Попробуй. Тебе понравится. Нет. Ну и ход. Скажи. Расскажите своим детям о вреде наркотиков. Учите их говорить нет. Люди, дом кто-нибудь есть? Я не от Иеговы. Здрасте, мисс Мейзер. Пардон, извините, я сидите. С работы. Кто нет, это? Нет, все в порядке. Не мы знаю. С тобой еще поболтаем, а ты доиграй с ними. На минутку. Пока. Не страшно, все в порядке. Продолжите. Андрей, кажется, у нас хорошо. Вообще-то дверь есть. А так ты не спи, открывай. Если мы что-то не услышали, это не значит, что можно да вот так вот. Я раз, я стучал. Может, я просто не хочу ладно, открывать. Хорошо, все, бро, прости. Че, давай, может, мы нет, это... Нет, нет, в дом мы не пойдем. Что ты хотел? О, надо же. Чай, молодые люди. Обалдеть, спасибо огромное. Меня не часто приглашают такие дома с чаем и с женой. Тебя никуда не приглашают. В основном с кокосом, блэкджеком и шлюхами, прикинь. Ну да. А это что у нас, Дарджилинг?
Я сейчас, секунду. Хорошо. Спасибо. Ладно, ладно. Короче, бро, есть маза. Есть там денежный брокер один. Гонсало Мора-младший. Да, и он, да, короче, я может понял. Нас. Какой-то колумбийский стукач дал тебе наводку, так? Они на это так? обижаются. Ты лучше говори информацию. Я знаю, на что они обижаются. И давно ты с ним знаком? Я давно. А что это, какая телевикторина сейчас лечит? Значит, и сколько ты ему предложил? 250 штук. Какое твое дело? Что это, из твоей зарплаты идет? 250 тысяч долларов. Да? А кто тебе сказал, что война с наркотиками – это дешево, бро? А? Все эти торговцы информацией, они всю свою жизнь топчутся в грязи. А потом хотят выбраться туда, где чисто. Но у них все равно грязь на подошвах. Это что, Шекспир? А? Шекспир. Ясно, ага. Давай, ясно. Через забор сам перелезешь. Понятно, понятно. Живи как хочешь. Эй, Абрау. Ты ему доверяешь? Да уж не меньше, чем тебе. Давай, пацан. Живее, снимай, снимай трубку. Давай сюда, он клади. Что у тебя как там с разводом? Отлично? Здравляю. Да. Пах, 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 пах! Просто охренеть, такие свежие! Можно еще на одного чувачка выйти. Большая шишка, крупнее просто не бывает. Да? Я тебе зуб даю. Какой зуб? Нахер мне зубы твои, информацию давай мне. А я тебе что говорю? Это как билет на Супербол, чувак. Слушай, Стив, я тут подумал. Мне кажется, мы все делаем неправильно. Мы идем за наркотиками, чтобы выйти на главарей. А что, если пойти за деньгами, чтобы выйти на главарей? Причем сразу на самый верх. Так. Один момент. Я не могу работать с этим эмиром Абреу. Он просто больной. Тебе честно сказать? Да. Ты не сможешь работать без него. Просто никак. Слушай, ты вообще только под ноги смотри, ты по трупам ходишь? Что? Я говорю, не ходи по могилам, культурно сяди. О, смотри, Фальконе. А чё? Прям итальянец, пицца, Ватикан. Чё ты? На дату посмотри. Ну? Посчитай, мне уже сколько, по-твоему, 77? Ну а чё, скукоженный и жухлый. Так, нет, всё, что? Пошли. Ты хоть ищешь вообще? Да ищу я, ищу, ищу. Вот другое дело. Боб Музелла. Дата отличная. Ну, смотри, что я нашел. Домингес. Эмилио Домингес. Похоже на имя Эмир. Подойдет. Да, и вообще сексуальненько. И даты подходят. Сексуально? Да. И кого это волнует? Кого волнует? Меня волнует? Мое имя. Хочу сексуальное имя. Я считаю эту разработку своим шедевром. Встроенная система шумоподавления, чтобы исключить все ненужные звуки. Орел крылом вверх. Запись. Горизонтально. Стоп. Он настоящий предприниматель. Авиации, финансы. Даже своя сеть оптовых ювелирных. Всюду успел. А, вот и вы. Эрик Уэллман. Здравствуй. Рад тебя видеть. Это Эмир Абрау. Здорово, чувак. Я вам сделал выделенные телефонные линии. А вы, ребят, как познакомились там? В налоговой службе. О, налоговая. Мы давно трахали всех, да? Налоговая проверка. Снимай трусы. Не надо. Секретарша к вашим услугам. Можете пользоваться конференц-залом. Что-то еще? Да. Дайте мне знать. Вот это я гулял мальчишкой по фавелам вообще офис. Эй, ты бы видел, какую нам квартиру дали. Господи, нам такой клоповник, крысы разбежались и вообще. Спасибо, Эрик. Твою мать, ну долго там с бутылкой, алло? Ну, слава богу. Вот это то, что доктор прописал. Какой сладкий папусик. Так, чтобы, друзья, справа, слева и посередке. Значит, ваши гондоны штопанные не могут вам отмыть больше 50 лимонов в неделю, так? Так или нет? Короче,
Я вам чего покажу. У меня кореш Эмилия, это его босс, погоняла стрела. И он вам отмоет все шмотки на свете. Врубаетесь? Смотрели кино американское? Марлон Брандо, Потяня. Красный отец, ты что, придурок? Да один хер! Какая разница, твоя мать, а? Ну давай наливай, толстожопая! Добро пожаловать. У нас родительское собрание второго класса. Учебный план на этот год я составляла совместно с родителями. И ваше присутствие... О, Господи, извините. Мне надо ответить. Извините, я нет, должен... не страшно. Да, нет, не страшно. Ладно, извините, простите, что прервал. Вы... Я папа Андрея. Я надеюсь, она хорошо учится. Ей нравится. Ох, но мне надо бежать. Тебе деньги на такси оставить? Нет, все в порядке. В порядке? Отлично. Извините. Ничего спасибо. Страшного. До свидания. Нас устраивает наш маленький бизнес. Но нам надо отмывать деньги. Не, ну Боба тоже все устраивает, но там просто бизнес не маленький. Понимаешь, там у семьи Боба, у него тесные связи с нью-йоркской матерью. Там целая империя, они миллионами ворочают. Но у Боба просто у него охеренная система отмывки денег. Вот что. Отлично. Посмотрим. Сейчас, подожди, объясню. Старик, послушай меня. Слушай, смотри, Боб, он сам не очень хочет лезть в такие дела, понимаешь? Поэтому я у него иду как посредник. Понимаешь, как все? Ну? Слушай, ребята у Эскобара по 200 лимонов в месяц отмывают с америкосами, я их сам знаю. Докажи, что твой босс нам нужен. И тогда по рукам. Ну и супер. Стартанем помаленьку. А там посмотрим, да? Ну вот давайте мы вот с этой вот суммы и начнем. 135 тысяч, так? Ну вот. Ну вот он сейчас все досчитает. Пойдем дальше с вами, да? Что, выпьем? За партнерство? Да? Надо мне будет установить контакт с твоим шефом, Эмилио. Ну ладно, я постараюсь. Эй, что случилось? Ничего, все в порядке. Ложись спать,
Мне просто кошмар приснился. Все хорошо. Ой, у меня на новом месте то же самое. Что это, черт возьми, было такое? Не, ну ладно, а что ты психуешь-то? Че, я психую? Да, да, ты не парься так. Я жену предупредил, что ты будешь поздно, потому что не можешь выйти из шкафа. И, кстати, оп, ты давай выходи из шкафа, тебя ждут все, да, в курсе? Тебе что, все шуточки? Херуточки, я не понимаю. Скажи, пивка попи, а? Какое пиво? Ты можешь нормально говорить? Бро, бро, я вообще не знаю, чем тебе мне порадовать. А можно постараться, чтоб меня не убили? А, это, сейчас. Секундочку, сейчас я запишу. Сейчас гениально, блин. Постараться, чтобы Боба не убил. Кончай херню. Как раз из-за такой ерунды могут и замочить. Ты понимаешь? Понимаю, я прекрасно. Всегда все планирую. И когда вдруг твой стукачило начинает тыкать в меня пушкой, которая у него не пойми, ладно, откуда все, чувак, взялась, я знал, задаю вопрос. Хорошо, я... Аймир на моей стороне? Он за меня играет или против? Слышь, ты мне такие вопросы не задавай. Я всегда на твоей стороне, твою ты мать. Меня прикроешь? Я на твоей стороне, а ты на моей стороне, а? Боб! Бобби! Ты отлично выглядишь, дом. Благодарствую. Извини, что в браслетах порядок. Ну, с тебя какой спрос, не парься. Вот это еще надень. А то изгваздаешься. Че, не шутишь? Да иди ты в баню, Бобби, чувак! Я ж тебя... А чё, кофе где? А, чёрт. Да пошел ты, Бобби, ты чё забыл? Ты совсем уже, что ли? Чёрный кофе. Два сахара. Спасибо, Бобби. Блин. Слушай, Дом, мне по боку, на кого ты работаешь. Вот сейчас, правда, я не затем пришел. А зачем, Боб? В прошлый раз, когда ты пошел на сделку, на улицах стало меньше наркотиков, а тут стало больше шпаны. Хотя тебе эта дыра уже дом, родной. Без обед я больше не стучу. Не надо ни на кого стучать. Не могу. Надо просто кое-что сыграть. Что, типа в картишки? Нет, просто ты будь собой. Мне нужен ты. Опять на работе ночевали, адвокат? Ну, а что дома делать? Тут такая крутая тусовка, извращенцы, убийцы. Разобрались с этим? Да. Отлично. Делайте с ним, что хотите. Давай. Впечатляющее резюме, мистер Масло. Музелла, спасибо. Я веду финансовые дела группы колумбийских бизнесменов. У них скопилось немало средств на иностранных счетах, и они бы хотели инвестировать в недвижимость во Флориде. Это возможно? Никаких проблем. А вам не надо переводить деньги обратно? Из США за границу. А это мы можем обсудить. Мистер Домингес? Домингес. Я Ли Палмар. У вас все готово? Мне нравится ваш подход, сэр. Давай, пошли за дело. Пройдемте. Супер. Его считают ответственным за убийство генпрокурора Карлоса Маура Хойса. Нападение на генеральскую бронированную машину. Его жажда власти такова, что он собирает целую армию. Совершенно.
кончено. Толкну провод. Видишь? Да, да, держу, пап. Тяни. Вот. Видишь, где обмотана? Вот здесь, изолента. Ага. Слезай, слезай. Готово. Круто, пап. Ну как? А что вы делаете? Что делаем? Это мы со Скотти такую штуку придумали, чтобы когда папе звонят с работы, телефон не звонил, а светился. Детки, садитесь за стол. Хорошо. Хорошо. Мойте руки. Ага, мам. Ты чего? Обещай, что это в последний раз. Обещаю. Хорошо. Точно. И что у тебя сейчас? Я отмываю деньги для мафии. А, тогда понятно. Почему? Да так, просто так. Что, это из-за прически? Нет, ничего. Главное, спокойно. Да мы спокойны. Бабла теперь будет побольше. Ты молодец, Эмилио. Спасибо, спасибо, сеньор Мора. Я скажу боссу, когда он приедет. Наверное, что-то случилось. Он вообще никогда не опаздывает обычно. Да я тут уже полкило стейка успел съесть, пока ждал твоего придурка вообще. Этот пидор нас, походу, не уважает. Господа. Искренние извинения. Вмешались семейные дела. Сеньор Мора, Гонсало, Боб Мазала. Очень рад познакомиться. Позвольте загладить мою вину. Поужинаем где-нибудь. Весло. У нас будет фантастический вечер. Это я вам обещаю. Эй, Бобби. Да. Ну-ка. Ты охрененно выглядишь, чувак. Да. В натуре, блин. Есть сложившаяся финансовая структура. Вы вкладываете туда деньги, часть из них мы не трогаем. Но большая часть налички фильтруется через мои компании, и они снова в вашем распоряжении. Мы денег не откладываем, и мы так никогда не работали. Мистер Моран, при всем уважении, я работаю только так. Значит, я посмотрел на ваши транзакции. Большие суммы у вас уходят в такие компании, как Южные авиаперевозки. Это сразу настораживает ФБР, понимаете? У них сразу такие антенки, такие. Именно это сразу наводит на мысль об отмывке денег. А вам это не нужно. Так не годится. Но если разбрасывать деньги мелкими суммами по разным депозитам через меня, вы сразу пролетаете под радарами федералов. И почему? Все компании у меня легитимные. Понимаете? Я не могу рисковать ни вашими деньгами, ни своим бизнесом. Это непозволительно. Все это звучит разумно. Нам надо обсудить это с боссами. Конечно. Да, без их одобрения дальше мы пойти не можем. Я устрою вам встречу. Спасибо. Спасибо, мне только это и надо. Все, честное слово, хватит о делах. Ну что, давайте? Все, теперь только отдых и алкоголь. И все за мой счет, потому что я вас дал. Послушай, у меня тоже для тебя есть сюрприз. Да. Эй, девочки, ко мне. Это тебе подарок от меня, мистер Боб. Thank you.
Заплатил за все, что пожелаешь. Ты очень красивая. Но не надо. Ладно. Да. Че, все в порядке? Да, да, да. Нет, 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 нет. Ты сиди, сиди, сиди. Такая штука. Мы не очень пока знакомы. Да. Да, дело в том, что я помолвлен. У меня невеста. Вот и... И че? Знаешь, я уже один свой брак просрал. Ты это... Понимаешь? Да, 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 да. И вот не хочу, чтобы это повторилось. Понимаешь меня? Ну да, ладно, давай смейся вперед. Ладно, ладно. Какая невеста, Боб, а? А? Ты что, придурок, что ли? Какая нахрен невеста у тебя? Слушай, у меня жена. Боб, какая жена? Ты под прикрытием. Сказали надо, блин, значит надо. Алло, сказали трахнуть шлюху. Коксом по уши угандошиться. Трахни, угандошься. Только б не убили, Боб. У тебя крутая работа, не понимаешь? Боб, слышь, я знаю всю эту породу. С ними играть надо. С ними пить надо. С ними трахаться надо. Иначе тебе доверять не будут. Слушай, я ведь жив пока, нет? Господи боже, ты вообще, Боб. Я с тебя охренею, блин. Ты другой работы не нашел? Тебе ну зачем все? Я слышал, тебе тут на пенсию ж предлагали. С женой, с детьми, на яхте в крикет играть, раннюю пташку клевать. Не знаю, чем там белые люди на пенсии занимаются. А тебе это зачем? Блин, да мне нравится это. Вот зачем мне. Я сам этот наркотик выбрал. И между прочим, я в этом деле лучший. И можно меня иногда слушаться. Друзья мои, добро пожаловать в США. Мистер Боб? Гонсало. Рад видеть. Знакомься, это Хавьер Оспина. Отмывает деньги для Эскобара. Роберт Мозелло, рад познакомиться, сэр. Честь для меня. А вы будете? Она со мной. Она с ним? Она с ним? Она с ним. Ну что, класс. Слушайте, я не знаю, вы в курсе, нет, но Бобу принадлежит вся авиакомпания. Тут надо подписать. Спасибо. О, простите, это Доминик. Это мой кузен и также представитель Ocean Guard. Да ладно, Боб, я тебе жопу вытираю. Чуть только Боб сиранет, тут же я с бумажкой. Для братана на все готов. Ясно?
Так, ну что, чё, кто готов ехать в Джерси, а? Поехали к Бобу в особняк. Зажжём там не по-детски, да? Дом весьма скромный, но прошу. Бодрячком, пацанчики! Добро пожаловать. Благодарю. Благодаря семейному бизнесу у меня есть доступ к зарубежным банкам, в том числе панамским. Там очень хорошие законы о тайне вкладов. Ваш бизнес ожидает большой бум в союзе со мной. Извините, мистер Боб, что значит бум? Бум, но... успех. Понимаешь, Боб, он как будто такой садовник. Он поливает водичкой ваши денежки, они вдруг такие... бац! А что значит бац? Бац, ну чё, ну бац, это такие, как комнаты, забитые кэшем, старик, понимаешь? Комнаты, забитые кэшем. Да-да, типа того, да. Звучит красиво. И дай нам всем Бог. Да. Аминь. Что ж, мои коллеги в Колумбии всегда с удовольствием работали с панамскими банками. Нарьего всегда улаживал наши самые деликатные проблемы. Я обещаю, для меня это дело чести – развивать ваш бизнес. А взамен вы должны мне обещать, что когда у нас все сложится, вы расскажете обо мне большим людям. Деньги рождают деньги. Это тост. Теперь, за невыгодные суды вас никто не посадит. Однако, если я раздаю деньги компаниям типа Южной авиаперевозки, у которых даже нет страховки, и их набитый кокаином самолет снимают с рейса, все мне хана. И вам тоже. И вам, и тебе. Поэтому мне надо встретиться с боссами Южных авиаперевозок и уладить эти проблемы. Какой вы, однако, пылкий юноша. Мистер Боб, мне кажется, вы бежите впереди паровоза. Понимаете, всему свое время. Эй, тихо, что с тобой? Ты нормально? Мистер Мор, а что с вами? Он опять насосался. Дом, помоги, пожалуйста. А, давай в кроватку. Все в порядке. Давай, пойдем. Помоги ему немножко, пойдем. Давай. Задолбал, бухань. У него сахар высокий. Лево, тряпку намочи и выжми. Хорошо. Да не падай ты на меня там. О, ну что, как там сеньор Мора? Да, все в порядке. Отоспится, пройдет. Руки свои убери. Гонсало, скажи этому человеку, чтобы он ко мне не прикасался. Как прикасался? Руками. Он за яйца меня хватал. Он за писю его схватил. Это смешно, по-твоему? Ты ему нравишься? Отлично. Нет, слушай, а у него кликуха такая, ламина, понимаешь? По-испански тут два смысла. Золотое дно или минное поле. С ним никогда не знаешь. Но, дружище, если ты работаешь с нами, значит, и с ним. То есть ты предлагаешь мне его трахнуть или жопу ему свою подставить? А, да. Или сделки не будет? Типа того. Ты что, серьезно? Ну, это, слушай, это член... Валите нахрен! Сделки не будет! Ну, ладно, не надо. Все, сделки ладно. Не будет. Ладно. Извини. Ладно, поехали. Скажи водителю, он отвезет. Да иди ты. Ну, чего повелся? Ты сукин сын. Ты сукин сын. Он меня тоже лапал. Он меня тоже лапал, сраный педик. Но картель его любит. Он их любимчик, мистер Боб. Понимаешь? Так что он может хоть козу трахать. А это возможно. И ты только скажи. Какая красивая коза, чувак! Приколисты вы. Да. Я не буду распускать руки. А ты присматривай за деньгами моего босса.
У Мора сейчас на кону не только их репутация, но и вся жизнь. И твоя тоже, боюсь. Ты, главное, вот что не забывай, Бобби. Слушай, ты подставился по полной, и ты тоже. И не дай бог ты сложаешь. Этот пидор тебя мочканет. Твою долбанную жену и двоих детей. И тебя, засранца, тоже завалят. А потом и меня. Сечешь? Это ясно? Да. Господи, твою мать. Я не буду распускать руки. А ты присматривай за деньгами моего босса. У Мора сейчас на кону не только их репутация, но и вся жизнь. И твоя тоже, боюсь. Автор идеи месяца Мейзер. Операция «Перехват Д». «Д» значит деньги. Вашингтон требует, чтобы «Перехват Д» стал крупнейшей операцией в нашей истории. Их вам представлять не надо. Пабло Эскобара и его сучка Дон Чепе. Главный по финансам Руди Армбрехт. И его главный сбытчик Роберто Алькаина. Кличка «Ювелир». Остановим эту заразу. Так, все по местам, за работу. Стойте, стойте. Забыла сказать, у всех отныне ненормированный рабочий день. Свободны. О, Мейзер, не убегай. Что? Ты там наболтал лишнего, Смура. Эрц, иди сюда. Знакомься, твоя будущая жена Кэти Эрц, Боб Мейзер. Совет вам да любовь. Здравствуйте. Здравствуй. Рада знакомству. А Тишлер велела вам выдать досье на меня. Одна страница? Я девушка простая. Блин, а можно мне тоже невесту? Охренеть. Эй, Бонни. Бонни, погоди. Слушай, я наплел про эту невесту, но может, я как-то сам. Думаешь, у меня тут очередь из желающих выйти за тебя замуж? У нее есть опыт под прикрытием? Она девственница. О, Господи. Да ладно, она просто для отвода глаз. И это тоже из коллекции изъятых на таможне машин. Мерседес? Встречают по одежке. Вперед не подведи, пусть все знают, что я не зря у начальства отсосала. Это метафора. Да. Мистер Мозелло, Акбар в Белграме, панамская ветвь банка BCCI, третья линия. Да, спасибо. Роберт Мозелло слушает. Мистер Мозелло, это Акбар Белграме, BCCI, Панама. На ваших счетах большая активность. Это что, проблема? Нет, нет, вовсе нет, напротив. Но с двумя чеками небольшая проблема. Так, на одном нет имени получателя, а в другом разнятся суммы. Извините, у меня под рукой сейчас нет документов, и я не могу. Сэр, впоследствии я буду заниматься с вами лично. Мы оказываем такие услуги контрагентам, работающим с особыми клиентами. Вы меня понимаете? Да, кажется, да. BCCI – универсальный банк. Мистер Белграми, раз уж вы позвонили, позвольте один вопрос. У вас нет никого, кто мне мог бы помочь здесь, в Штатах? В противном случае придется свести денежный поток к минимуму. Наш представитель в Майами все организует. Хотите, я назначу вам встречу? Да, да, кажется, это может быть весьма кстати. Мистер Палмер все организует. Да, большое спасибо. Вы очень помогли. До свидания. Сэр, впоследствии я буду заниматься с вами лично. Мы оказываем такие услуги контрагентам, работающим с особыми клиентами. Вы меня понимаете? Рад, что вы с нами в Майами, мистер Мозелло. Спасибо. Господа, господа,
Это господин Аван, президент североамериканского отделения. Здравствуйте, Боб Музелло. И господин Билл Грамми, с которым вы уже говорили. О, глава латиноамериканского отделения. У нас очень серьезная организация, мистер Музелло. И в Америке, и по всему миру. Наш владелец – ближневосточный бизнесмен. У него крепкие связи с вашим правительством. Ваши деньги в надежных руках. Я рад это слышать. Поскольку мои клиенты тоже бизнесмены, как и вы. Только их бизнес – продажа кокаина. Сейчас, извините, пожалуйста, мы на минуту. Конечно. Господин Иэн Хауэрт, один из европейских представителей BCCI. Господа Билл Грамми и Аван, хорошо вас позаботились? Да, да, прекрасно. Рад слышать. Репутация BCCI безупречна. Я готов вас уверить. Нет, 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 вам ни в чем не надо нас уверять. Пожалуйста, садитесь. Мы можем закупать золото и алмазы, хранить их в ячейках, отправить ваши деньги в Париж или в штаб-квартиру в Лондоне, другие банки по всему миру, безналичный перевод в любой банк Панамы. Мы весьма мобильны с деньгами клиентов. Что скажете? Скажу, что ваш банк мне подходит. Здравствуйте. Вызывает беспокойство. Простите, опоздал. Что случилось? За мной следили. Что? Да. Номера запомнил? Да, записал. Ладно, ладно. Я разберусь. Нормально? Порядок. Все в порядке. Давайте, поехали. Так, ну что, сыграем в любовь с первого взгляда. Поехали, Кэти. Знаете ли вы вашего жениха Боба? Любимый напиток? А такие мужчины любят виски. А такие девушки – Манхэттен. Так, это фигня, легкотня. Дальше. Нелюбимая еда. А, йогурт? Нет, я люблю йогурт. А говорила, терпеть не можешь? Я ненавижу сметану. Сметану. И майонез. Майонез усвоил. Отлично, вы как будто уже женаты. Дальше. Любимый спорт? Она любит теннис. Футбол, команда Бакс. И на стадионе он сидит с левого края. Блин, вот дает баба, вот да. Память. Так, дальше. Как вы познакомились? Мы давно дружили, и я пыталась его познакомить со своей подругой, он меня тоже знакомил. А потом мы вдруг влюбились, поняли, что страдали ерундой, и избавились от посторонних. Стой, стой, погоди, ты же так с женой познакомился, да? Точно. Чем больше правды, тем легче врать. Так, сексуальные странности, отклонения. Что? Ладно, это можно пропустить, фиг с ним. Так, Боб, сколько раз ты был влюблен? Только раз. Ты всегда
так говорит, что ты никогда не даешь мне играть. Я сам а ты мне никогда не даешь. Привет. Я с ней играю. С годовщиной свадьбы. А, хорошо выглядишь. Вы закончили, мадам? Да, спасибо. Спасибо. Вкусная была рыба. Замечательно. Да? Спасибо. Безобразие. Как они нас сюда посадили? Дальше уже просто невозможно. Мы как будто на Аляске. Или черт знает Боб, где. Мы не резервировали столик. Все в порядке. Нет, не в порядке. Ты не видела, пока мы сюда шли, было 3 или 4 свободных столика. Ты не заметила? Все в порядке. Правда? Это же важно. У нас такой повод. Я знаю. Я хочу, чтобы мы запомнили этот вечер. Правда. И куда только подевался мой скромный бухгалтер Бобби? Да никуда. Вот он я. Он мне, кстати, нравился. Да. И ты мне, кстати, тоже. Между прочим, ты сегодня очень красивая. Ты в жизни никогда не носил платок в кармане. О, тебе нравится? Нет, это кошмар. Как кошмар? Да. Ну, у нас же такое событие. Ты уже выглядишь, как они. Мистер Боб, ты бы еще в туалете столик занял. Ты им объясни, кто ты такой. И не говори. На входе дал 20-ку, и все равно тут. Гонзало, позволь познакомить тебя с... А это твоя прекрасная невеста? Да ну какая невеста? Это моя секретарша Эвелин. А это Гонзало Мора-старший. Это, между прочим, лучшая секретарша на свете, потому что печатает быстрее, чем ты пердишь, друг мой. Слушай, давай-ка присаживайся, давай. Эй, парень! Бутылку лучшего шампанского, прошу. Ну вот, садись. Мы тут сегодня отмечаем... Сегодня у Эвелин день рождения. А вот, кстати... О, надо же. Какой размер, охренеть. О, эй, господи. Стой. Что тут написано? С годовщиной? Да, сэр. А я заказывал с днем рождения. Нет, сэр, вы сказали, что у вас годовщина. Извини, что? Как я мог сказать? Я вообще не женат. Зачем мне на день рождения свадебный торт? Я думал, у вас годовщина. Ты праздник испортил. Ты что, дебил или что? В чем дело? Боб, все в порядке. Нет, не в порядке. Мы вам тут бешеные деньги платим. За еду и приличное обслуживание. А взамен этот гондон меня еще во вранье обвиняет. Давай, повтори, я вру. Нет, сэр, я так не говорил. То есть я тебе не врал. Но я тебе сказал, что мне нужен свадебный торт. Сэр, извините. Так, давай вместе разберемся. Ты считать умеешь? Я умею. Прекрасно. Читать, сэр. Я вот смотрю на этот торт, и, по-моему, тут написано с годовщиной. А по-твоему, что? Тут написано... С годовщиной! С годовщиной! С годовщиной! Сука! Убери это нахрен отсюда! Господи! А ты чем недовольна? Ничего ужасней, унизительней, омерзительней ты в жизни не делал. Я знаю, прости, я не хотел. Не хотел, чтобы ты это видела. И какая она? Кто? Кто? Мы с ней едва знакомы. Пробил номера, которые ты мне дал. К счастью, у этого чувака со мной одни вкусы. В смысле? Ты нашел его? Слушай, Эмир, действуй, пожалуйста, по инструкции, без этих твоих выходов. Спокуха, нормально. Я его немного обнюхал, он не блатной, попахивает родным правительством. И откуда ты? Из Канзаса.
На кого работаешь, а? А, сука, на кого ты работаешь, пидор? Я тебя сейчас заморчу! А чё? А чё? Слушай, этот номер, что ты дал Эмиру, я его проверил. Пришлось повозиться. Адрес компании, где зарегистрирована машина, пустырь, а он принадлежит посредникам, работающим, по моим данным, с самим ЦРУ. Эмир был прав. Да. С ума сойти. Да. Держите пленки. Аспина будет деньги принимать в Детройте, Лос-Анджелесе, Хьюстоне и Нью-Йорке. Он в деле? Да, купился. С потрохами. Что с тобой, Боб? Ты сам не свой. Не хочешь записаться к психологу? Не, я в норме. Так, чисто проверить самочувствие. Да все в порядке. Ладно. Давай! Давай, детка! Давай номер два! Давай номер два! Давай быстрее! Давай, девочка! Давай! 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 Беги, твою мать! Беги! 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 Давай, детка! Давай! 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 Беги! Да! 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 Давай, детка! А, чтоб тебя! Нельзя доверять животному без жокея на спине. Подкупить даже некого. Мне советовали номер 5. Советовали тебе? Кто, сучка какая-нибудь? Нет. Аспина. Красивое у тебя кольцо. Это что, лист коки? Прикинь, а придурки всякие думают, что это кленовый лист. Мне надо привести в порядок бумаги по южным авиаперевозкам, и для этого надо сделать вид, что я твой бухгалтер. Слушай, мужик, я на первом свидании не даю. Привет, красотки. Сплошные гипермаркеты. Прямо в сердце земли обетованной. Америка прекрасная. Только нам не показывают, что там на оборотной стороне. Помои цивилизации. Ах, черт, только за счет церкви все тут и держится, твою мать. Знаешь, в книге ведь сказано, не укради там, не лги. Это для кого все написано? Мы же как, молимся за добрую, честную жизнь. У нас список есть, можно, нельзя, а сами при том животные, все такие. И Нэнси Рейган с этой ее херней, скажи нет наркотикам. Чистое фарисейство. Ронни, снимался бы он дальше в своем кино. Сам же он наркоту и толкает. Люди раньше цельнее были как-то, честнее. Этот полупидор Аспина знает, что его ждет? Ага, удачи. Что ты, что я, все мы присосались к золотому тельцу. Значит, слушай сюда. Если б тебя хотели мочкануть, мы с тобой не разговаривали. Слушай, Доминик, я... Кто тебя послал на стрелку, Аспина? Нет. Это сраный пацан Мура? Да нет, я сам пошел. Господи, Боб, ты нахрена меня с зоны вытащил, чтобы я тебя пас? И во что ты там теперь вляпался? Балдеешь там без меня, а? Нет. Короче, слушай меня. Они сегодня на стрелке. А с тобой ничего не было. Усек. Ясно, ничего не было. Боб, скажи, чтобы я тебе поверил. Со мной... Ничего не было. Как вы считаете,
Я успешно на вас работаю. Отлично. Что же вы со мной тогда так? Вы знаете, чем больше клиентов, тем больше я защищен. Вы обещали расширяться при успешной работе, и я работаю. Босс. Если ваши боссы не могут со мной встретиться, значит, наш с вами уговор окончен. Мистер Боб, в нашем бизнесе всегда все медленно. Ах, не говорите. Никак не научу его быть терпеливым. А твоя невеста весьма не глупа. И прости меня за прямоту, совершенно роскошно. Что ж, полагаю, встречу можно устроить. За этой чертой возврата не будет, мистер Боб. Хорошего вам вечера. Мистер Музелла, на выход. Иди вперед. Так. Ты, значит, Роберт Музелла? Да. А вы кто? Тебе туда. Иди к Падрину. Как тебя зовут? Джошуа Берн. Урула, как у тебя, Джошуа Берн, ире? Руан Купо, окей, как у тебя, ливре, дикуба, нара, ети, атия, челу, де, осо, диде, ире, омо, ире, ома, ире, иле, ире, уанто, ло, кум, бомбу, ире. То, и пан, эчу. Урула сказала, кун на твоей стороне. Как вас зовут, сэр? Ваше имя? Роберт Музелла. А че, баба, а че, а че, Лофи, а че, Лула. У тебя Роберт Музелла, ире и фарео. Джошуа Лагуа сегодня тебя защищает. Ты годишься. Ты можешь идти. Встань. Уходи. Встань. Быстро. Быстро иди. Это были пробы. Ты их прошел. Thank you.
Будь готов через 5 минут. Espero que no tengan más sombreros. ¿Qué le pareció mi pulsería, amigo? Eso, hagan más ruido, señores. Мне сказали. Ну, мистер Музелла, и какой мне от вас прок? А как вам фондовый рынок? Нет, 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 слишком рискованно. Это как поездка в Вегас. Мы же хотим брать, а не отдаваться. Есть вариант вложить средства, предназначенные для инвестиций, в одну из моих фирм тут, в Нью-Йорке. Прибыль можно разделить поровну или просто разместить деньги на залоговых счетах. О, сюда, сюда! Тогда это будет выглядеть как кредит, и все кредитные средства ваши. В общем, рабочих вариантов у нас полно. Она это что-то. Здравствуй, дорогая! Смотри, Бобби, и учись. Роберто Алькайно, это моя тетя Вики. Приятно познакомиться. Мистер Алькайно. Зовите меня просто Роберто. А я просто обожаю быть на ты с джентльменами. Люблю этот парк. Я тут выросла. Видите вон те здания? Они все мои. То справа просто дрянь, никак не могу от него избавиться. А вон Томас Бобби только что продали. За сколько, Бобби? О, боже, мы на нем столько выручили. Чёртова куча, налей в начале цифры 8. Ненавижу хвастаться. О, мой племянник отвечает за все мои финансы. Да, у Боба нюх на хорошие сделки. Иногда. Ах, спасибо. Меня тоже всегда тянуло к южанам. Так что, вам квартирка не нужна? Ну, а вот и сделка. Кстати, вы шутите, а у меня дом за городом. Но мы с женой подумываем о квартире в Нью-Йорке. Если вам интересно, я без проблем все организую. Так, Кэти, нам пора. Поехали кутить. Да. Было так приятно с вами познакомиться. Мне не терпится узнать вашу жену. Серьезно, хочу к вам на ужин. И чем раньше, тем лучше. С удовольствием. Договорились. Дружище, проводи милых дам в машину. Спасибо, дорогой. Очень рад знакомству. И я рада. Повеселитесь. Хорошо, рада знакомству. И я. Взаимно. Пока. Что, поедем минуться? Она мне напомнила мою тетку Инесс. Дикая лошадка. Глоток свежего воздуха в этом жестоком мире. А я думал, она одна такая. Знаете, я склоняюсь к кредитованию и к вложениям в бокс. Это очень рискованный бизнес. Или судоходная компания в Буэнос-Айресе. Или просто домик на пляже. Вот это звучит вполне реалистично. Вы с Кэти сегодня свободны? Да, насколько я знаю, свободны как птица. Ваше здоровье. Можно один вопрос? Вам когда-нибудь гадали по руке? Ну, моя жена Глория верит в такие вещи. Но я, к сожалению, скорее скептик. Знаете, мой папа был дипломатом, и мы много путешествовали. И однажды в Индии к нам в гости пришел настоящий йог, и он научил меня видеть будущее. Позвольте. Прошу. Ух ты. Интересно. Там что-то не так? Нет, просто я впервые вижу такое скопление звезд на линии судьбы. Хорошо. Это не просто хорошо. Это значит, что успех вам предназначен судьбой. Это мне нравится. Какая прелесть. Да, из всех картин в Нью-Йоркском доме это любимая у Роберта. Правда? Кэти училась на художницу. А, я так и понял. Я помню, на Сотбис это продали в частную коллекцию.
Может, вам как-то помочь? Да. Мой муж любит всем распоряжаться. Даже на кухне. Правда? Ты слышал? Я останусь у Эми. Все, пока. Солнышко, пожалуйста, поздоровайся. Сначала поздоровайся, у нас гости. Кэти, Боб. Это наша дочь Бьянка. Здравствуй, Бьянка. Приятно познакомиться. Здравствуй. Поэтому я хочу замуж за Боба. Я хочу, чтобы все было как у вас. Нормальная семья. Вам так повезло. Спасибо за гостеприимство. Пожалуйста. Сколько языков она знает? 4. 4. Ну, если еще тарабарщину считать языком новой. Кэти, я хочу вам кое-что показать. У вас потрясающая невеста. Да, соглашусь. Знаете, я мечтал быть шеф-поваром, но Америка загнала меня в другой бизнес. О? Это из-за них я не потею теперь где-нибудь на кухне, завернутый в фартук. Но нет спроса, нет предложения. А нос-то у каждого есть. Бог дал нам свободу выбора. Так что, кто я такой, чтобы вставать на пути у кого-то, кто жаждет саморазрушения? Будьте здоровы. Да. Спасибо. Политики придумали какую-то войну, стрелялки, грязный гарри, но, по-моему, это все просто бизнес. Прибыль растет, люди идут. Прибыль падает, убегают. И тут все средства хороши. Тут только одна разница. В моем бизнесе без доверия ничего хорошего не бывает. Без доверия нет преданности. А если нет преданности? Жди беды. Слушай, потрясающе, как эта штучка все чисто записывает, да? Скажи. Знаешь, я тут хотел тебе сказать, отлично сработало сегодня. Спасибо. И, в общем, ты во все это втянулась из-за меня, так что я чувствую, что я за тебя отвечаю. Это замечательно. Только можешь за меня не волноваться. Я большая девочка. Да я не в этом смысле. Я... Одно неверное слово, оговорка и... Надо быть очень осторожным. Зато мы попали в дом Калькайна. Но это все ты. Изучил его семью, узнал про тетушку. Кстати, о тетушках. Что это было? Да уж, тетя Вики немножко перестаралась. Да вообще, Оскар за лучшую роль второго плана. Меня всегда тянуло к южанам. Ну, вот такой, да. Да, но не знаю. А, да, я тоже. Кэти, какое у тебя обручальное кольцо? Да, оно мне очень дорого. Это семейное Боба, ему больше 100 лет. Правда? Угу. Ну что, нам кажется, пора? Да, давай. Отлично. Боб, мы с Кэти пойдем по цветочным магазинам. Оу! Ой, а как эти цветы, которые ты не любишь? Лилии. Они мне напоминают про бабушкины... Бабушкины похороны, точно. Да. Никаких лилий. Да уж. Ну все. Увидимся. Пока, солнышко. Давай. Не скучайте там. Как же нам повезло, да? Раньше он провозил в страну наркотики, а после ареста стал одним из самых важных информаторов в войне правительства против кокаина. Но враги Борисила отомстили ему и убили. Сегодня были задержаны трое. Брайан Росс сообщает, что Сил готовился снова дать показания в Сенате. Власти полагают, что Берри Сила расстреляли из автомата люди, подосланные медельинским картелем, который отправил на эту миссию 5 убийц. Знаешь, этот сучонок был моим другом. Мы вместе молились, сидели за одним столом с моей женой, он ел мою еду. Только мясо зря потратил. Я подарил ему это кольцо. Заказал 2 экземпляра. Надо было тебе сорвать его с пальца этого ублюдка.
Впредь буду поосторожнее дарить драгоценности. Зато и гроши жизнью рискую. 250 не канает. Да ладно, уговор был с самого начала. Хочешь больше бабло, сочетать сначала научись. Не, чувак. Чё? Ни хрена не пойдет. А чё у тебя пойдет? Гони лаву, или я тебя кину. Как на духу. И я тебя расчехлю перед пацанами. Охренеть, прикинь, а Боб меня предупреждал. Чё ж я не послушался, идиот долбанный дебил. Ты хлебало свое поганое завали, не дай бог, чё я тебя... Ну чё вы там залипли? Вы идете или нет? Да, идем. Тут ему мальца поплохело, сейчас мы идем. Чавку свою заткнул и пошел за мной. Ну чё, как? Это что, кореш твой? Это семья. Пипец, страшная у тебя семья. Что с тобой такое? Да с ним все в порядке. Ты меня напрягаешь. Да не придумай. Ты меня напрягаешь, гандон! Никто тебя не напрягает, тебя никто не напрягает. Нет, значит? Нет. А тебя легавым за версту пасет. А нет, плохо ему, смотри, гонит что-то. Ты попутал, а? Чё-то пургу несёт. Глиномест, долбанный сукин сын! Чё-то ты гонишь фуфло какое-то. Да это коп поганый херню несёт! А ну, отвалил! Эй, глиномест, это долбанный коп! Отвалил от меня! Ясно! Это долбанный коп, ясно! Да он с бабушкой отвалился! Заткнись! Чё вы будете слушать этого долба? Так, что здесь происходит? Да, быстро! Да, расскажи он у нас нам. Деньги рвёт по беспределу. Это я тебе говорю, проверь его штаны. Коп. Вот я тебе говорю. Он у тебя деньги рвёт, проверь, у него в штанах. Дерьма ты кусок, дерьма кусок, это сукин сын коп! Штаны снимай, сука. Я тебя замочу нахрен. Тебя замочу нахрен. Ага, замочу. Дебил, блин. Угу. Ну что, обломись. Нет у меня ни хрена. Жопой это повернись. Это грёбаный коп. Жопой повернись. Ну вот тебе нет бабло, у меня пожалуйста. Ни хрена. Опа, фокус. Твою мать. А это что, говно зеленое? Да это твоё, вы! Засранец долбанный! Очень страшно, особенно когда у тебя вафля там болтается. Бах! Люблю тебя, чувак. Пошел ты! Я пошел, да, я пошел. Да, пошел ты! Я пошел, выпьем. Чувак, ты мне нравишься. Но люблю я только... бабло. Отец наш небесный, нас сегодня прокляли.
Колумбия проиграла Мексике. Но мы благодарны тебе, Господи, за то, что в нашу жизнь ты принес Боба и его Кэти. Мы любим их. Как семью. Хороший вечер, Боб. Да уже хорошая ночь, дружище. И мои деньги, и экономический ренессанс, и новый Майами. Экономика подсела на наши наркотики. Знаешь, кто отмывает больше всех денег в Штатах? Честно, я думал, я. Нет. Нет. Ваш федеральный банк. Есть такая вещь, анонимное окно. Они мешками получают деньги бывшей наркопеса. Сотнями миллионов долларов из нашего национального банка. Без всяких вопросов. Если бы ваше правительство не признавало моих грязных денег, ваша экономика бы рухнула. Знаешь, Боб, думаю, пора познакомить тебя с Доном Пабло. Но сначала надо уладить одну проблемку. Алькаино говорит, что на счетах Дона Чепа заморожены 10 миллионов, и это деньги Пабло Эскобара. И ему наплевать, что это решение правительства. Нет. Он хочет получить деньги назад и ты не успокоится, меня пока их идут не получит. Идут сенатские слушания по поводу Нареги. Никаких денег, прошедших через Панаму, ты не получишь. Заморожено, значит, все. Смирись с этим. Тогда вся наша операция в жопе. Ты должен исправить это. И как я это исправлю? Мне что, звонить сенатору Кэрри? Здравствуй, Джон, нафиг нашего президента и его санкции против Панамы, а то мой друг Боб очень расстраивается из-за этого. Рейгану нужно посадить Нареги, вы слышите меня? Эй, знаешь, что Алькаино сказал? Этот ответ не оставит тебя в живых, дружище. Ясно? Слушай, ты зачем это сказал? Нет, погоди секунду, погоди. Он тебе угрожает? Нет. Он тебе могилу копает? Да, очень глубокую. Да не копает, Роберто не говорил, этого никогда не скажет. А Эскобар скажет. Стоп, секундочку. Боб, тебе что, угрожает Пабло Эскобар? Если эти деньги не разморозят? Господи. Эф, я дома. Дон Пабло недоволен. 10 миллионов денег Дона Чепа, которые на самом деле принадлежат Эскобару, застряли в Панаме. Похоже, ваш президент Рейган заморозил все панамские счета в попытке... Этот ответ не оставит тебя в живых. Папа. Разберись с этим, иначе Дон Пабло сам возьмется за дело. Ты меня понимаешь? Ты что, порезался? Иди сюда, иди сюда, иди. Сейчас папа поможет. Все в порядке. Иди сюда. Солнышко, вот что с тобой? Ты поранилась? Я не вижу никаких... Нет, она не порезалась. Так, хорошо. Все в порядке. Все хорошо. Вот так. Все хорошо, солнышко. Что? Нет, нет, я не вижу царапин. Нет. Все в порядке? Так, все отлично. Вот так. Что это? Что это? Я с этим сам разберусь. Солнышко, ты в порядке? Так, так, чуть-чуть. Да, все в порядке. Ложная тревога, все нормально. Все будет хорошо. Детка, все в порядке, малыш? Все хорошо, солнышко. Просто маньяки. Я понимаю, что я по кругу уже говорю, но я это 100 раз проходил, твою мать. Ты думаешь, что ты их просек? Ни хрена ты не просек. Это тебе не копы, Бобби. Ты не втыкаешь. Они будут сутками изгаляться, чтоб ты подыхал побольнее.
Они тебе пальцы отрежут на руках, на ногах и зажаряют тебя адреналином каким-нибудь, чтобы ты, не дай бог, в отключку не ушел. Они веки тебе покоцают, чтобы ты глаза закрыть не смог, и всю твою долбанную семью приведут. Сначала они на терке натрут башку твоего сына, потом то же самое сделают с дочкой. Отрежут у тебя на глазах сиськи жены и не почешутся. А главное, они тебе отрежут твою поганую башку и пошлют твоим друзьям в таможню. Ну, а ты сделал свой выбор. А я делаю свой. Надеюсь, ты не возражаешь. У меня для тебя кое-что есть. Как только увидел, сразу подумал о тебе. Роберто! Это японский жемчуг Акоя, его ценят за элегантность. И его не найти в лагунах, надо нырять очень глубоко. С ума сойти, какая красота. Давай помогу. Так. Ну как? Они мучились в своих раковинах и, наконец, попали в рай. Роберто, спасибо большое. Ну что ты? Я должна найти зеркало. О, боже мой! Ты знаешь, как сделать женщину счастливой. Спасибо. Не хочу говорить о делах в такой чудный день, но мне нужны эти деньги. Эскобар прислал мне свою визитку. Окровавленный гроб. Приношу извинения за неучтивость, коллеги, но я по-дружески тебя прошу, достань эти деньги. Без них он животное. А ты, пожалуйста, передай Дону Чепе весточку для Эскобара. Я под угрозами не работаю. К сожалению, в данный момент ни ты, ни я не можем навязывать свои условия Дону Пабло. А, мистер Аван, спасибо, что согласились принять меня дома. Добро пожаловать. Спасибо. В общем, выходной день, так что перейду сразу к делу. Если вы цените меня как клиента вашего банка, прошу, найдите способ достать деньги моего клиента из Панамы. Это вопрос к вашему правительству, а не к нашему банку. Мы здесь бессильны. А нельзя ли задним числом как-то пометить, что эти 10 миллионов были переведены в ваш банк? За сутки до заморозки. Вы просите нас подделывать документы? Да. Именно об этом я вас и прошу. Считайте это сделано. В обмен на наши усилия вы увеличите свои депозиты. Я попрошу устроить для вас встречу с нашими европейскими представителями. Мистер Аван, спасибо. Мистер Билграми, как договаривались? Спасибо. О, позвольте взглянуть. У вас изумительный брифкейс. Конечно. Реник? Ренвик. Мне бы такой подошел. Он очень дорогой. Бесценный.
Начнем спектакль. Рад снова вас видеть, мистер Хауэр. Позвольте представить свою невесту. Кэти Эриксон, мсье Чиной. Очень приятно. Смею вас заверить, мсье Чиной, что мои клиенты профессионалы ничуть не в меньшей степени, чем вы в BCCI. Уже 26 лет. Конечно же, я могу представить вас моим друзьям в любой момент. Мсье Чиной, я был бы вам благодарен. Конечно. Договорились. Мальчики, хватит о работе. Мы с Бобом хотим сделать объявление. Мы определились с датой нашей свадьбы. 3 октября. О, поздравляю. Спасибо. Сюрприз. Мы были бы рады, если бы вы смогли быть с нами в этот особенный день. Отлично. Прекрасно. Правда? Да. Правда. Это решит все проблемы свадьбы. Это 3 недели. У нас теперь масса дел. Я уже рассказала Глории. Она готова помочь. Я смотрю, ты все продумала. Мсье Чиной, Роди Армбрахт, один из наших важнейших клиентов. Вот, это даст вам какое-то представление. Спасибо. Боб, ты начал встречу без меня? Нет, 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 нет. Мсье Чиной, господин Хавье Успино. Очень приятно. Дружище, как я рад вас видеть. Я у вас весьма наслышан. Спасибо. Но от меня скрывали, какой вы красавец. Боб, у меня один вопрос, на секундочку. Мы что, этому уроду доверяемся наши деньги? Он же тут своего верблюда припарковал. Так, все, откуда ты таких берешь? Да, ладно, сядь. Я что-то не то сказал. Садись. У нас 30 миллионов сейчас лежат в Чарльстоне, в Южной Каролине. Библейский пояс? Там хорошо прятать деньги. Там прячется младенец Иисус. Вылазит по ночам, хватает деньги и прячет. Мы можем привлечь еще 100 миллионов. Но эти суммы могут быть доступны только узкому кругу лиц. Нет проблем, мистер Мазелло. У BCCI активов на 25 миллиардов долларов. 25 миллиардов? 25 миллиардов, да. Скажите, вы можете гарантировать, что происхождение денег нельзя? И можете ни о чем не волноваться. Что? О чем волноваться? Банкиры? Это же просто какие-то бандиты в плащах. Только не в плащах, а в костюмах, как Супермен. Только они наоборот, такие джокеры. Пойди погуляй. Корявые воры с корявыми членами. Пойди проветрись. Я же точно знаю, маленькие корявые членики. Я сейчас отойду, а когда вернусь, я уже буду человек-невидимка. От спина. Все, хватит. Ты разбил мое сердце, Боб. Дела. Отлично, отлично. Как обычно. А твои? Отлично. Для тебя, друг мой. Она хочет танцевать. Давай, давай. Да, конечно, я с тобой сейчас потанцую. Да, это та спина персонаж. Да пусть трахает кого угодно. Только не меня и не моих людей. А вы со мной не потанцуете? Хорошо. Вы в порядке? Я отлично. Точно? Отлично. Ладно. О, ладно. Господа, извините, мне пора. Пора спать. Мистер Боб, ночь только начинается. Согласен, но не для человека, управляющего деньгами в 10 временных зонах. Спокойной ночи, Гонзало. Отдохни немного, мистер Армбрахт. Так, ну все. Спокойной ночи.
Извини, Аспина. Мне придется украсть свою невесту, дружище. Спокойной ночи. Я знаю, кто ты такой, твою мать. А что они так со спины? Он их компрометировал. Да я тебя хочу! Тихо! Успокойся! Задолбай! Успокойся! Я тебя урою, придурок! Эй, мистер Бу, а мы собирались позавтракать? Я подумал, что в связи с тем, что случилось ночью... Да, это трагедия. Но жрать-то нам надо. Нам надо готовиться к свадьбе. Да, дату назначили. Да, 3 октября. Надеемся, вы сможете быть с нами. Для нас это очень важно. Обязательно. Сынок! Рада вас снова видеть. Я разберусь с багажом. Извините. Боб, это Джерардо Манкадо. Дон Чепе, очень рад познакомиться. Надеюсь, вы окажетесь в Тампе 3 октября и сможете посетить нашу свадьбу. Конечно, если все планы сложатся. Спасибо. Увидимся. Мне нравится Париж. Алькайна мне сразу сказал. Но, и это важнее, мне нравишься ты. Мы даем добро на перевод 150 миллионов BCCI. Спасибо, Руди. Merci beaucoup. А что за молодой парень? Это был Дон Чепа. Ты не поверишь, другой человек. Это был Пабло Эскобар. Да иди ты, не может быть. Может. Кэти, слушай внимательно. Я сейчас не поеду с тобой домой. Я еду в Лондон, в штаб-квартиру BCCI. Боб. Поверь, я знаю, что делать. Боб. Мы должны пожениться. Надо с этим кончать. Я знаю, мы скоро закончим. Но мы можем их взять всех. Пошли, я провожу тебя в такси. Хорошо. Спасибо. Здравствуйте. Я Кэти. Я знаю, кто вы. Ты спишь с моим мужем? Я думаю, вы знаете ответ. Если б знала, не спрашивала бы. Вас зовут Эвелин. Он зовет вас Эв. Вы познакомились в 8 классе, просто дружили. Вы замужем, у вас 2 детей.
Вы не любите шумные вечеринки и тщеславных людей. Но вы любите ананасы и пиццу. Вам повезло. И вам не о чем беспокоиться. Последний раз он надевал это на нашу свадьбу. Ну, надеюсь, размер подойдет. Спасибо. Мерси. Надежный источник сообщил о прибытии большой партии груза сегодня ночью в порт Майами. Возможно, это твои. Речь идет о 12 тысяч кило кокаина на 23 миллиона долларов. Это крупнейшая операция Юго-Восточных Штатов. Бонни. Послушай, мне нужно еще время. Операция такого размаха, и все они спрячутся глубоко в норы. Мы возьмем старших менеджеров BCCI, его основателя и председателя Обиди. Но мне нужно еще время. Знаешь, у всего бывает начало, Бонни. Середина и конец. Бонни. Это конец, Мейзер. Алло? Господь окружил нас своей милостью. Оцените всю ее мощь и величие. Она снисходит дождем. Главное – жить в смирении. Тогда Божий промысел снисходит на нас. Какое же это блаженство для всех нас! Его величие! Полиция, ордер на обыск, открывайте! Для каждого из нас, кто работает в этой удивительной компании. Господь осыпает бесконечными щедротами Международный банк кредита и коммерции. Ведь мы с кротким смирением их принимаем. Глория. Привет. Боб. Да, тихо, 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 все будет хорошо. Роберто сказал, что никому, кроме тебя, нельзя доверять. Он в подполье, но ты должен продолжать работу. Ты хоть знаешь, где он? Он мне не говорит, он только сказал, что ты знаешь, что делать. Так, все, я соберусь. Можно мне нож? Или что-то? Спасибо, Кэти. У 30 дистрибьюторов сейчас деньги и товар. Все это надо собрать, пароль приму. Я постараюсь. Спасибо тебе. Я просто с ума схожу. Тихо, тихо. Глория, нам надо поговорить. Пойдем. Послушай, сейчас все с ума посходили, столько всего случилось. Думаю, тебе лучше вернуться в Колумбию. Я не могу. Этого недостаточно. Роберто, сейчас нужны будут деньги на адвокатов. Штаты вообще заморозят сейчас все его счета и будут уничтожать наш бизнес. Глория, прошу, послушай меня. Это слишком, слишком опасно. Конечно, опасно. Но я должна это сделать. Для Бьянки и ее отца.
Простите, мне надо прийти в себя. Как же привыкаешь к людям? Узнаешь их. Да, но что поделать, такая у нас работа. Я знаю, ты так не считаешь. Но это не просто работа. Господи, как мне ее жалко. Я знаю. Сейчас расплачусь. Мейзер, смокинг тебе идет. Поцелуй за меня невесту. Готов? О, да. Шерман, тащи свой зад сюда. Какая ж сучка. Господи. Извини, что сразу не сказал. О чем ты мне не сказал? Она меня отправляет в Вашингтон. В штаб-квартиру. Это ее инициатива. Это NBC. Свадебное видео? Да, у них эксклюзив на кадры захвата. Да что ж такое? Ей мало их посадить, она хочет их унизить? Нет, ей нужна реклама. Она меня заставила общаться с прессой и теперь мстит, потому что я не назвал им твое имя. Да уж, спасибо. Кажется, пора менять работу. Эй, Боб, помоги мне с этой херней, а? Так, да я. Ты только все запутал. Ладно, в Агадиле был один галстук на всех. До меня очередь так и не дошла, я не научился. Костюмы эти ненавижу, одни как официант. Да, сбегай за чашечкой кофе. Сейчас я и сливочек тебе своих плесну. Эй, не считая того дня, когда у меня сын родился. Это один из лучших моментов моей жизни. Это мой шурин Стив. Это Гонзало. Знакомьтесь. Увидимся на другой стороне. Ну что, меня тут кто-нибудь трахнет сегодня? Конечно, трахнут. Тебя в жизни так не трахали. Круто. Здравствуй. Здравствуй. Ассаламу алейкум. Я так рад тебя видеть. Взаимно. Эй. Да. Слышь, Музыла, а чё не красная? А, это приказ Тишлер. Наши должны быть белыми. Блин, сука, я, походу, не тот цвет надел. А может, мы впервые видим тебя в истинном цвете. Ох, как вы любезны. Поскорее бы все это дерьмо закончилось. Да уж, последнее препятствие. Армбрехт не приехал. Черт. Доброго здоровья, как поживаете? Пошел нахрен, засранец. Ясно. Ты что здесь делаешь? Обычно люди бегут из огня. Но я же шеф-повар. Мне бы поближе к огню. И потом, я же больше не Роберто Алькайна. Я теперь Фернандо Альварес. Показать мой аргентинский паспорт? Роберто, я рад, что ты здесь. Но в душе я все же считаю, что это напрасный риск. Что это за мир, в котором нет ни семьи, ни друзей? И зачем жить в таком мире? М? Отличный день.
еще начали. Где? Где Эрт? Ты видишь Эрт? Да, вот она. Где? Вот здесь. Садитесь, пожалуйста. Баб, Кэти, оглянитесь на тех, кто нынче собрался, чтобы возрадоваться вашей любви. Если кто-то знает, почему эта пара не должна сочетаться браком, скажите это сейчас или замолкните навечно. Начали, начали. Этих берите первыми! Этих берите первыми! Бах! Ложись! Ложись! Держи, не вставай! Нора! Стоять! Очистили помещение! Всех наручников на выход! Торговцы наркотиками решили, что они будут строить свое будущее на жизнях наших детей. Мы должны были остановить это бедствие. Данный арест и большой шаг в нужном направлении. Начало конца тех, кто хочет... Бобби! Привет. Армбрахта взяли в аэропорту. Отлично, спасибо. Молодец. Да, это... Ну что за херня, Боб? Тишлер сначала слиняла, когда почуяла неладно, а теперь снимает сливки, да? А ты удивлен? Так, слегка. Знаешь, ты был прав. А то я всегда прав. Я информатор. Ладно, в 99 случаях из 100. Любил я Боба Мазелло. И я. И я. Слышь, Боб. Не всех твоих друзей сегодня повязали, ясно? Эй. Разрешили оставить платье, а жемчуг надо вернуть. Жалко, что он тебя кинул. Ты ничего такая. Да. Да. Удалось разговорить? Все, ребят, пока. Помоги мне. Да.
Вот. Не так уж плохо все кончилось. Да, думаю, да. Иди домой, Боб. Вы там не хулиганите? Роберт Мейзер давал показания на судебных процессах, проходивших в Нью-Йорке, Тампе и Лондоне. Уголовному преследованию подверглись более 100 банкиров и торговцев наркотиками. Здравствуй. Здравствуй. ЦРУ сохранила тайные счета в BCCI. С этих счетов финансировались Ирано-Иракская война и война Афганистана с СССР. В результате операции «Перехват Д» обанкротился 7-й по величине в мире частный банк. Амьят Аван был приговорен к тюремному заключению сроком на 12 лет и штрафу в $100 000. Акбар Билграми был приговорен к тюремному заключению сроком на 12 лет. Гонсало Мора-младший признал свою вину и получил 10 лет тюрьмы. Гонсало Мора-старший бежал в Колумбию. Руди Армбрехт был приговорен к тюремному заключению сроком на 12 лет. Роберто Алькайна признал свою вину и получил 15 лет тюрьмы. Александр Бисквити, он же Дом, перестал быть смотрящим мафии и представлял в суде гособвинения. Они с Бобом поддерживали отношения вплоть до смерти Бисквити от рака в 2014 году. Кэти Эрц продолжала карьеру 15 лет, специализируясь на расследованиях отмывания денег. Перехват Д был ее первой и последней операцией под прикрытием. Эмир Абрео продолжал работать на таможню до выхода на пенсию в 95-м. Они с Бобом дружат уже более 30 лет. Боб Мейзер не вышел на пенсию и продолжил работать под прикрытием. Он по-прежнему счастливо женат на Ф. По оценке Управления ООН по наркотикам и преступности, масштаб ежегодно отмываемых в мире наличных денег – почти $2 триллиона. Never been fun.